Всем привет, с вами Ганзи. Вышло полное расписание серии аниме Боруто на январь 2022 года. Все эти серии не относятся к канону манги, но одна из них привлекает внимание своим названием, а именно новая команда номер 7. Под каким номером находится и описание этой серии мы сегодня разберем, но давайте начнем по порядку. И открывает список 231 серия под названием «Ржавый меч», которая выйдет 9 января. Происходит инцидент. На странствующего торговца нападают грабители. Команда 15. Васаби, Намида и Цубаки назначены для расследования этой ситуации. Цубаки делает доказательное открытие, связанное с самураями из ее родного города в стране железа. Вдобавок Цубаки узнает оставленные следы одного из преступников. Она крайне взволнована такой находкой, так как знает об особом методе оттачивания навыков владения мечом. Видимо, подозреваемый был обучен тем же мастером, что и Цубаки. Теперь Цубаки суждено встретиться с этим врагом и узнать о связи друг с другом. Самураи — это интересно, надеюсь, и их битву нам тоже покажут. Едем дальше. 16 января нам подарит 232 серию под названием «Первая миссия капитана Денки. Команда 15». Под лидерством капитана Денки выполняют миссию по поставке автономных марионеток для использования их при добыче руды. Их задача – провести тестовый запуск и проанализировать данные об эксплуатации. Денки активно сотрудничает со своими товарищами по команде, но его подводит выносливость, поэтому его работа оборачивается провалом. Ну вот тут не знаю. Не думаю, что это очень крутая серия будет, по описанию не вдохновляет. Скорее всего, это будет что-то из разряда фоновых серий, которая будет просмотрена с каменным лицом. Ну, на самом деле все в руках авторов. Возможно, они что-нибудь допридумают. Из такого все еще можно сделать конфетку, главное хорошо преподнести. Далее серия, которая привлекает своим названием, но оправдывает ли крутость названия само наполнение. 233 серия. Новая команда номер 7. Дата выхода – 23 января. Каваки был добавлен участником в обновленную команду 7. Команда была назначена на миссию по сопровождению Катаске, который был приглашен на праздник в Страну Воды, поскольку Боруто и его друзья ранее посещали это место во времена обучения в Академии Ниндзя, то они с нетерпением ждут возможности встретиться с некоторыми из своих старых товарищей. Но тут происходит нечто неожиданное. А вот тут интрига намечается. Что же неожиданного может произойти? Ну, чего-то суперкритичного произойти не может, так как это филлеры. Но все равно, мало ли, нервы могут пощепетаться. Короче говоря, подождем серию. Ну а следующая серия дает нам понять, что миссия новой команды 7 не закончится в 233 серии, а продолжится в этой, в 234, которая выйдет 30 января под названием «Освобожденный злодей». Описание серии. В разгар церемонии, проходящей в стране воды, происходит внезапное происшествие. На празднестве терпит крушение дирижабль. Боруто немедленно направляется к месту крушения, но одновременно с этим кто-то нападает на тюрьму. И тогда Боруто решает перехватить врага. Для этого ему помогает Кагура Кратачи. Ну что скажу, интересненькие филлеры нас ожидают. Это, как вы поняли, на сегодняшний день весь известный нам список будущих серий. Но я смею предположить, что эта миссия затянется, и скорее всего в 235 мы увидим продолжение этой миссии, обновленной команды 7. Ну а дальше загадывать не буду. Как только появится инсайт информация о этих сериях, про которые ничего еще не известно, то я сразу дам знать. А ты подпишись, чтобы не пропустить. У микрофона был Ганзи. И еще услышимся. Я, Мадара, нарекаю тебя сильнейшим!